Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Rail Nation. Так, и у меня 2 миллиона 200 тысяч апнулось, но я не знаю, чего я в прошлом видео показывал. Чё я вообще апал? Чё-то я апал, ну чё-то нифига не апнул. Вот, так, надо, наверное, за лямчик вложить в улучшение лаборатории, вполне себе так неплохо. А сколько у меня вмещает банк? 2700? 2700. Можно лямчик, блин, жаль, я не могу два этих здания улучшать. Или нафиг заказать депошку. А? Как считаете? Наверное, депошка тоже хорошо. Так, ладно, давайте разберемся сначала с исследованиями. Я тут этого жирафа исследую. Непонятно, нафиг он бы мне был нужен, но... Потому что что-то я не вижу понту возить как-то эти... Как-то поезда пассажирские. Ну, в принципе, нормально. Кстати, у меня уже 1054 место. Мы подбираемся к моей цели. Так, что пишет кто-нибудь? Денчик, привет, я смотрю, у вас в ассоциации место освободилось. Ну так смотри дальше. Я там в форуме города посидел, там... Построй путь городу Лонгбридж, там жесткая монополия. Так, ладно, пока не хочу разбираться. А я, подождите, я к какому городу построил путь? Я к Арчевилю построил. Не знаю, насколько у них там... О, тут кто-то это заинвестил. Кто ж тут заинвестил-то? Вадим Головко. 108 тысяч, прям 100%. Один, единственный он инвестор. И это... А, ну это он, видимо, эти зарабатывает. Очки престижа или как они. Так, что у нас тут? Как у нас тут по инвестициям вот здесь? Чё это я? Чё это меня тут вообще выкинули? Рельса, ну тут люди миллионами. Ладно, пофиг. Я не хочу. Тут туда лезть, короче, беспонтово. Все. Давайте мы сейчас отремонтируем тогда наши поезда. 20 тысяч стоит. Кстати, дорогой ремонт, однако. Ну, я, в принципе, отремонтирую. Отремонтирую. И отремонтирую. Блин, чё оно так тормозит? Ну, у меня на самом деле сейчас запущен и Photoshop, и Sony Vegas. Я сегодня целый день монтирую видео. Поэтому, конечно, да. Конечно, мне сейчас не совсем удачные технические... Как сказать? Ну, в общем, техническое состояние компа не совсем удачно для записи, но надеюсь, он нормально все запишет. Так, чё еще? Давайте решать что-то со станцией. Кстати, а у нас в ассоциации... О, 11 из 12. А никто не хочет, не подает заявку, никто не хочет вступить в ассоциацию. Народ, место есть. Вступайте, я просто не знаю, чё люди... Не, я, конечно, могу пригласить, но, блин... Мне кажется, те, кто захотят, те... Он, чувак же писал, место освободилось и не вступает, непонятно, чего он не вступает. Так, давайте мы тогда... Или депо нафиг. Вот, блин, правило. Знаете, можно, знаете, как сделать? Можно запустить улучшение депо. Кстати, максимальный уровень депо для этой эпохи 11. Можно запустить улучшение депо. Депо. Вот. И это самое. И через 13 часов, грубо говоря, сейчас у нас сколько? 2 часа, это в 2 ночи оно закончит улучшение. Короче, с утреца можно будет еще что-нибудь улучшить. Блин, не, лучше я депо запущу улучшать сегодня под вечер. А давайте мы тогда улучшим. А банк сколько? 3 часа. Давайте мы улучшим. Блин, или банк, или лабораторию. Максимальный уровень 25. И там лямчик просят. Давайте мы все-таки банк. 3,5 миллиона. Мне кажется, это лучше будет. Так, все, 3 часа, короче, банк пошел улучшаться. Еще миллион у нас остался. Но я миллион оставлю через 3 часа, как раз там плюс-минус набежит. И я смогу апнуть депо. Вот, еще. До следующего уровня. Как раз вечерком апну, поставлю апаться. И
утру оно уже будет апнуто. То есть я смогу купить... О, что за лицензия? Лицензия на товар мука выставлена на торги. Блин, ну и нафиг она нужна, эта мука вообще? Когда я уже на хлопок попаду? Вот часто попадаю на лицензии, ну, на всякие чаморошные. Ну, те, которые мне не подходят. На хлопок. Просто у меня там нету, вот ровно через 4 часа зайти. Да, конечно, здорово, но... Но, блин, мне неохота вот так вот прям по расписанию заходить. Так, чтобы это... Так, чтобы... В общем, да. Прям караулить не хочу. Так, тем временем у нас 1054 ранг. Это значит, что мы хорошо идем. Ранг наш растет. Возможно, уже завтра или там, ну, на днях мы, в общем, ворвемся в 1000. Ого, тут Марадона уже 5 косарей имеет. Блин, как вы фармите этот... А ну-ка, показать станцию. Как вы фармите? 9-е депо. О, давайте, кстати, поможем нашим пусунам. Так, а у него все такое... А, у него только вокзал. Он поезда. Видимо, пассажирские поезда выгодны. Хотя и торговый центр у него апнут больше, чем у меня. Не знаю, ладно, не суть. Как-то, короче, чуваки... О! Бонусы со станции мне засчитали там много. Так, отлично. Собираем, собираем бонусы всем нашим. Мне не влом абсолютно. Тем более мне самому постоянно собирают, когда меня нет. Кстати, мне за такую штуку, я сколько-то создал, вылетела табличка, типа, вы спасибо за помощь. Мы вам даем лотерейный билет, короче, за то, что я собирал. Опа, Вадим Головко, а чё ж ты со звездочкой, у тебя полный этот, а ты не заходишь. Полный банк 6 уровня, ну 6 уровня там места не так много в этом банке. В 6 банке, так, я так понимаю, все, мы уже у всех собрали. А, нет, смотрите-ка. Ну, теперь уже точно у всех собрали, да, вот к Марадоне вернулись. А, замечательно. Так, поезда зарегенили. Все здорово. Давайте заценим этот, первую позицию. Елочка. Елочка. 98 тысяч. Блин, ну вот вы офигеваете вообще от того, какой разрыв у первых. Вот просто они борются, это тут битва кошельков идет. 98, 90 тысяч, и потом резко 35, 28. То есть вообще в 2, в 3 даже раза. Это охренеть, это сколько ж там бабла ввалено. Там просто, там, наверное, десятки тысяч долларов. Вот я уверен, что если я так скажу, что там десятки тысяч долларов, там можно было купить, наверное, парочку квартир за те деньги, которые они ввалили в эту игру, чтобы вот столько этого престижа получить. Это, конечно, кошмар. Но у богатых свои причуды, так что... Чё... Хотя, хз, я вот не знаю. Ну, естественно, компания не будет разглашать инфу о том, типа, сколько денег этот игрок ввалил. Это невыгодно компании, потому что... Как бы, зачем им же выгодно, чтобы он вкладывал, да? А так они всем расскажут, и все, а, донатер, и все. Он не будет больше вкладывать. Вот. Ладненько. Что-то все, конечно, лагает, но у меня прям вот, смотрите, он тут и Венус, и Photoshop. Вот этот архиватор надо закрыть. Нафиг. Так, ладненько, я тогда, пожалуй, на этом такой наш, этот, дневной отчет. Дневной отчет, что я сегодня сделал в Rail Nation, закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.